Ребят, ну одержана большая победа. Всего за 3 года «Чайка» проделала путь от любителей до ФНЛ. Что скажете по этому поводу? Ну, может, ребята скажут, они здесь с первого года. Да что сказать, проделали большой путь, во-первых. Всех хочу поздравить с чемпионством, команду, болельщиков. А во-вторых, посрамили всех скептиков, которые там что-то говорили про команду. Там, не знаю, все выиграли в честном бою, в честной борьбе на зеленом поле, как бы. Поэтому всех с победой. «Чайка» чемпион. Саш, какие ощущения после противостояния с «Урожаем»? Честно, эмоций нет. Все остались на поле, в раздевалке. Сейчас все соберемся еще. Будем праздновать. Мы сделали свою работу. Ну, вообще, сегодня, когда тебя заменили, я сказал в трансляции, что немного жаль, что Саша ушел, потому что у тебя был реальный шанс сегодня догнать Калмыкова. Что скажешь по этому поводу? Ну, у нас еще одна игра в запасе, не все потеряно. На хитрик можно рассчитывать? Посмотрим. Самое главное, что мы заняли первое место. Остальное уже это приятный бонус. Дима, ну ты играл и в премьер-лиге, и, очевидно, есть какие-то ощущения, на что способна эта команда? Ну, посмотрим на следующий год, когда мы уже сыграем в первой лиге. Там уже будет видно, на что мы способны. Но так мы уверенно прошли весь отрезок и особо так шансов не давали. Ну, бывали, конечно, спады, там, то, что где-то в ничей играли, но у нас ни одного поражения. Мы заслужили этот выход в ФНЛ. Влад, у тебя за плечами большая карьера, и, очевидно, теперь уже думаешь о том, как будешь играть в лиге рангом выше? Ну, как бы всегда приятно, да, попробовать свои силы рангом выше. Ну, хочется еще в последней игре победить, потому что пройти этот сезон без поражений, чтобы... Вообще будет вдвойне приятно занять первое место и пройти без поражений.